В Заречном завершился футбольный турнир на призы главы городской администрации. В соревнованиях принимали участие сборные 7-11 классов 8 школ. Погода благоволила футболистам, позволила показать все, на что они способны. И страсти на площадке разгорались нешуточные. Каждая команда стремилась стать лучшей. В итоге призовые места распределились следующим образом. Бронзу взяла команда 220-й школы, серебро у футболистов лицея 230. Победу одержала команда школы номер 218.